Арт-группа станции «Объединение молодых художников». На выставке в арт-медиа-центре «Родина» они представили живопись, графику, инсталляции. Всего более 40 работ, объединенных темой «Время людей». Такая тема важная, как время, и вдруг затрагивает умы совершенно молодых людей. Хотя казалось бы, что это не должно их коснуться еще. Но такие философские размышления о жизни, о людях, об искусстве, о ценностях, это, конечно, не приветствовать невозможно. Достаточно посмотреть на картину, чтобы понять, что волнует сегодня творческую молодежь. А здесь все от веселого и даже космического до реального вполне земного. «Время людей» – это выставка духовных и моральных ценностей. Вместе с художниками мы изучаем структуру мироздания и тонкую ранимую психику человеческой души. Для Анастасии Филипповой, выставляющейся первый раз, все куда серьезнее. Она открывает свой внутренний мир через живопись. Эта работа стала иллюстрацией к песне «Пилигримы» группы «Операция Пластилин». Она еще не нашла свой путь, она в поисках, но это просто путь, процесс. Так вот, я рисую то, что случается в моей жизни. Картинную галерею разбавляет инсталляция под названием «Икебана». Это ответ японской традиции от сочинского художника, пришедшего поддержать талантливых ребят. «Икебана» – это не только создание цветочных композиций. «Икебана» – это широкий смысл. «Икебана» – это древняя японская практика тренировки сознания и нахождения гармонии в окружающем пространстве. И эта конструкция, она состоит из множества разных, не связанных друг с другом вещей. Связать все воедино и найти свой смысл в представленных работах можно самостоятельно в арт-медиа-центре «Родина». Выставка здесь будет работать около 2 месяцев. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.